Христос воскрес! Поважаные брати и сестры, у этой вельми тяжкий час нашего змагання с пандемией, хворобой, гэтые словы о перамозе Христа над смертью, над грахом, тым ліку и над хворобой, особливым чином гучать у нашем житті. Христос, який перемог смерть и пришел на гэты свет, тем самым проповедуя и несе нам правду об тем, что надея на лепшее повинна с нами быть. И Он нам допомагает, и Он нас подтримливает, и Он близко нас. И Он змагается разом с нами, с нашими страхами, с нашими тревогами, с нашими тяжкостями, связанными со змаганием, с борьбой, с хворобой. Гэта свята, гэта урочистость Пасхи припоминает нам об перемозе добра над злом. Припоминает нам об величі Бога, об величі життя, якое Бог дал нам. Нехай гэта веліч так само проявится и в нашем житті. Праз падтрымку один одного, праз некие дробные гесты допомоги, праз добрые, полные любові и падтрымки словы, праз молитву один за одного. Христос у воскрес! Жадаю вам Божьего благословенства, ласки Божьей моцы. Жадаю вам моцного здоровья, тривать у гэтых, може, нелегких часах, але с надеей, с моцей, без страху, без тревоги. Нехай Божье благословенство и близкость Христа Пана, переможцы граху и смерти, сопровождая вас праз усе дни вашего життя. Жадаю вам довериться Христу, Пану и Збавце. Нехай особистое спотканье с воскреслым Христом дозволить вам открыться на ягоную моц, принять ягоную надею, пробачение, перемогу над смертью, над грахом. Нехай это особистое спотканье с Откупителем дозволить нам проявлять богатство, велить життя у нашей щоденности. Праз взаимную поддержку, допомогу, праз доброе слово, праз молитву один за одного. Хай это пожаданье быть здоровым будзе Божым пажаданнем, будзе тым пажаданнем перамогі над злом, над смерцю. Хай надзея ніколі нас не пакідае на будучае, на лепшае. Хай спатканне з Христом воскреслым дазволіць нам праз некаторы час з радасцю і з вялікай любоўю, з вялікай удзячнасцю з Бога, Богу праслаўляць Яго праз добрыя супольныя спатканні адзін за адным. Христос у воскрес! Со святом вас, дорогие браты и сестры!